Гречневая каша с кабачком – это невероятно ароматное, аппетитное и вкусное блюдо. Оно может выступать как самостоятельное или вместо гарнира. Это простой и быстрый рецепт с великолепным результатом. Эта гречневая каша с кабачком обязательно понравится любителям и почитателям этой чудесной крупы. Она всегда получается очень вкусной, рассыпчатой, сочной и ароматной. Готовится удивительно просто. Быстро и с приготовлением справится как начинающая домохозяйка, так и любой подросток. Эта гречка может быть великолепным гарниром или самостоятельным блюдом. Даже в холодном виде она не теряет своих прекрасных вкусовых качеств и остается аппетитной и привлекательной. Хочу вам рассказать, как приготовить гречневую кашу с кабачками. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты. Гречку промойте, залейте 2 стаканами воды, поставьте на плиту, доведите до кипения, посолите, варите на медленном огне до готовности. Добавьте кусочек сливочного масла, перемешайте. Лук нарежьте кубиками. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кабачок нарежьте крупными кубиками. В сковороде обжарьте нарезанный лук на медленном огне. К луку добавьте нарезанные кабачки, посолите, поперчите, обжаривайте вместе. Добавьте гречку, перемешайте, прогрейте вместе 2 минуты. Гречка с кабачками готова, можно подавать порционно, либо на одном большом блюде. Нежная, ароматная и очень вкусная гречка готова. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! Нам понадобится: гречка 1 стакан, кабачок 1 штука, лук репчатый 1 штука, соль по вкусу, перец по вкусу, масло сливочное 10 грамм, количество порций 3-4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Люблю вас, друзья, жду снова.